Здравствуйте, мои дорогие телезрители! И с вами снова Регина из Италии, из прекраснейшей Флоренции. Сегодня я нахожусь на рынке Сан-Лоренцо, и нахожусь я возле прилавка Донателло. У них есть прилавок, соответственно, и магазин. Я, конечно, показывала продукцию этого бутика, но я не показала всю. У них очень много товаров, очень много. Конечно же, всегда пополнения какие-то. И давайте начнем. Я покажу вам то, что не показывала. Даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем, наверное, ну вот с этих красавиц. Видите, такая модель, она есть в разных цветах. Заметьте, вот такая вот ручка, удлинитель из материала, не из кожи. А это все натуральная кожа, повторяться не буду. Вот здесь вот так она открывается. И цена этих сумочек 59 евро. Да, очень хорошие цены, конечно. Следующая модель идет вот такая интересная. И посмотрите, какая цветовая гамма. Самый последний – это черный цвет. Там идет такой, знаете, серый светло, красный, коричневый, белый, беж, туркези. Мой любимый цвет, конечно. На моем канале я показываю брендовые, а также не брендовые итальянское производство, одежду, сумки и другие аксессуары. Поэтому, кому нравятся такие сумочки, такие обзоры, добро пожаловать. Посмотрите, вот такая модель, очень красивый лавандовый цвет. Обратите внимание, здесь тоже такой ремешок. Цена этой сумки 69 евро. Следующая модель идет вот такая. Сразу же показываю вам цветовую гамму. Большой ассортимент. Самый последний это белый, предпоследний черный. Третья по счету синий. Ну там фуксия красная, вы видите. Черного, нет, шоколадный цвет или зеленый. Нет, темно-зеленый, прошу прощения, вот этот зеленый. Ну и Blue Electric, голубой, оранжевый. Посмотрите, какая модель интересная. Ни большая, ни маленькая. Это нежно-розовый цвет, такой пудровый. А также есть вот такой цвет. Серый цвет и черный. Я так думаю, что ремешок-удлинитель тоже есть внутри. Дальше есть желтый, красный, коричневый и оранжевый. И цена этой сумки 59 евро. Дальше покажу я вам вот такую модель. Она есть, обратите внимание, в голубом цвете, в красном, коричневом и вот в таком желтом. Это еще не конец того, что есть в этой модели цвета. Сейчас я покажу вам еще другие цвета, но тут, знаете, кожа под крокодила идет. А здесь точно такая же модель, только кожа вот такая, видите, немножко с текстурой. Точно такая же модель. Вот желтый цвет. Черный, темно-синий, зеленый, коричневый и бежевый. Стоят они здесь так удобно, боком, потому что товара очень много и все не помещается. Внутри два отделения. Дальше хочу показать вам вот такие сумочки, вот с такими ремешочками интересными. И посмотрите, какие яркие цвета. Беленький, черный, красный. И все цвета по-своему хороши. Желтый и туркези. И обратите внимание, сколько красивых цветов. Бежевый, нежно-голубой такой, нежно-такой бирюзовый. Ну и посмотрите, я озвучивать не буду, я просто вам покажу цветовую гамму. И цена этой сумочки 49 евро. Классно. Следующая модель вот такая. Это лавандовый цвет. Она вот такая небольшая, плоская. Интересная модель на самом деле. Есть еще ремешок-удлинитель внутри. То есть вот такая вот коротенькие вот такие ручки. И еще ремешок-удлинитель. Кожа вот такая немножко с текстурой.
Интересная модель. Давайте я покажу вам, какие цвета. Есть бежевый. Вот такой вот интересный цвет. Зеленый, матовый, светло. Черный цвет. И цена этой сумки 49 евро. Так, еще вот такая вот есть модель. Тоже миниатюрная, небольшая. Посмотрите, сколько красивых, ярких цветов. И черный, и темно-зеленый, и коричневый, и голубой. Ну и фуксия, и цвет лавандовый, и фиолетовый такой интересный. Вот это розовый нежный, это бежевый, а вот это я назвала лавандовым. Но как вам видно, я не знаю. Вот фиолетовый, может, светлый, я не знаю. Так, цена этой сумки 40 евро. Она маленькая, она небольшая, но тем не менее ремешок удлинитель есть, и она будет смотреться неплохо. Также и через плечо носить, и в руках, и на плече. Посмотрите, какие конфетки. Да, они небольшие, тоже масенькие такие сумочки. Ну, возьмем давайте вот эту яркую. Посмотрите, какая она маленькая, миниатюрная. Цена этой сумки 49 евро. Интересная. Ручка-удлинитель внутри. Ну и, конечно же, цветовую гамму вы видите, да? И красный, и голубой, белый, ярко такой вот желтый. А это под золотом, грязно-розовый, черный и коричневый. А также такая же модель есть и чуть больше размером. Посмотрите, какой цвет лавандовый, коричневый. Интересный вот такой зелененький цвет, голубой, грязно-розовый. И я его называю грязно-розовым, пудровый, ну, в общем, как вам видно. И красного цвета. Тоже интересная модель, конечно. И цена этой сумки 59 евро. Ну, конечно же, покажу вам вот эти модельки полукруглые. Посмотрите, какая. Так, цветовая гамма, знаете, такого размера, я вот вижу только два цвета. Желтый и синий. Цена 69 евро, цена очень хорошая. А также есть, конечно, и чуть-чуть поменьше. Но чуть-чуть поменьше я показывала вам. Здесь, оказывается, есть еще вот этот цвет. Видите, темно-шоколадный и черный. Вот такие вот цвета есть. Черный, бордовый, синий, красный, фиолетовый. И цена этой сумки 55 евро. Потому что это рынок. Следующая модель идет вот такая. Сейчас я вам покажу все расцветки. Их очень много. Видите, да? Последний черный, синий, там зеленый, темный, зеленый такой. Красный, коричневый. Вот такой насыщенный зеленый цвет. Очень изумрудный, красивый цвет. Розовый, голубой. Розовый вот такой оттенок, очень красивый. Ну, здесь видите, вот потому что вот такой цвет был. И цена этой сумки 49 евро. Вот такой интересный зеленый. Цепочка металлическая. И ремешок удлинитель. Смотрите, какие красивые сумочки. Они небольшие. Но, тем не менее, очень такие, знаете, удобные, вместительные на каждый день. Ручка-удлинитель внутри. Замочек, вы видите, как крутится, открывается. Внутри два отделения. И сейчас я покажу, какой цвет есть этой сумки. Так, и цвет есть синий, красный, желтый, бордовый и ярко-желтый. Обратите внимание, это такой горчичный цвет, желтый, грязный такой. А это желтый. Так, и цена этой сумки... 49 евро. Так, клиенты смотрят вот эту сумочку яркую с таким ремешком. Есть вот такая модель. Называется она Shopping Bags. Есть в серебре и в золоте. Цена этой сумки 69 евро. Очень вместительная, удобная, комфортная. Кстати, есть еще вот такая вот малютка. Это предыдущая сумка, которую вот я показывала чуть-чуть побольше. Это поменьше. Цена этой сумки 39 евро. Она очень симпатичная. И вот такая вот цветовая гамма. Фуксия, черный, зелененький, желтый, лавандовый. Посмотрите, хочу показать вам вот такую модель. Потому что у них очень много моделей.
и хочется вас порадовать и показать, ну, буквально все, потому что, ну, мои зрители любят сумки, и, конечно же, я еще раз напоминаю, что, может быть, кто-то впервые зашел на мой канал, все, что вы видите на моем канале, вы можете заказать через меня. Мой номер WhatsApp вы найдете в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Дорогие мои телезрители, не обязательно покупать только одну вещь и отправлять. Вы можете накопить все, у меня дома все это копится, и отправляю я 3-5 килограмм и больше. Поэтому вам так будет выгодно. Примерно, я вам хочу сказать, пересылка в вашу страну примерно до 3 килограмм составляет 36 евро. Вот такая вот сумочка. Так она открывается. Ну, соответственно, ремешок, удлинитель тоже присутствует, так как я вижу вот такие петельки. Я просто вам хочу показать вот модель и показать вам, какой есть принт у этого меха. Это кожа коровы. Видите, сделан здесь комбинированный с мехом. Вот так вот. И вот так вот гладкая кожа. Также есть бордового цвета. Тоже, видите, это кожа. И черного цвета. И цена этой сумочки 65 евро. Симпатичная, очень. Мне нравится. Ну что ж, на этом я с вами попрощаюсь. И с вами была Регина из Италии, из прекраснейшей Флоренции. Заказывайте сумочки, а кто не хочет, просто приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал. Со мной будет всегда интересно. Пока-пока.